Сильный гололед ожидает нас в ближайшее время. В Подмосковье по этому поводу даже объявлен желтый уровень опасности. Он будет действовать до 23 часов 18 ноября. Кроме того, метеорологи предупреждают о резких скачках атмосферного давления. 20 ноября оно рухнет до рекордных значений 718-720 миллиметров ртутного столба. Это почти на 30 единиц ниже нормы. Уже на следующий день должно стать легче. В регион придет холодный атмосферный фронт. Давление начнет расти, а температура будет падать. В выходные по области минус 2, плюс 3 градуса.